Дальше мы говорим о четвертом звене. Это наименование и форма. Это буквальный перевод. Форма представляет собой любую форму. Если мы говорим о пяти сканках, пяти ступлениях, составляющих нашу сущность, да, это форма, чувство, восприятие, развлечение и сознание, да, то первое – это форма, она как бы сама по себе форма, и здесь, вот в этом четвертом звене, является формой, а наименование относится ко всем остальным четырем, то есть форма и все, что эта форма вызывает в плане сознание, развлечение, восприятие. Вот этими двумя словами здесь описывается в четвертом звене название и форму. Мин, короче, это мин. Мингипунга. Мингипунга, это зуб ян. Мотодово панна ян. Это мингипунга. Зуб ян. Могу кунша гэр гэчарва. Ина кунша гэр панна гэля джудовна, мангу дэлэ. Зубутина панна да. Дэлэ чоро дэши дэши сэба дэши долу тан дан ям гэлэ. Ина кунан мангу ярэ сэра. Ина дэлэ мургэ.